друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах и более ни о чем. Недавно попросили меня, дорогие друзья, сделать так, или вернее снять инструкцию о том, как откалибровать Samsung монитор здоровья. В частности, это приложение, вот это, которое вы сейчас видите, для измерения ЭКГ и давления. Вот у меня подходит уже, видите, откалибровать Galaxy Watch. Поэтому и даже не важно, у вас официальное приложение стоит, либо мод. А в калибровочка она идентична, что в этом, что в том случае. Также у меня есть тонометр вот такой. Хотя, как утверждают сами Samsung, да, что лучше пользоваться тонометром другим. А именно, который надевается на манжету. У меня же надевается он на кисть. И его надо определенным образом, короче, другими словами, запускать. Ладно, идем мы, значит, и смотрим. Давление. Дальше, видите, здесь показано, что манжета, она должна быть именно вот такой. Ну, так как нету, поэтому будем действовать, как у меня. Причем, смотрите, часы на одной руке, как у меня в моем случае, да, у меня на левой манжету я одеваю, или тонометр, на правую руку. Поэтому поехали, значит. Нажимаем «Далее». Часы у меня тоже идут «Далее». И написано, что они начнут измерять автоматически. Перед этим мы с вами включаем тонометр. Сразу. Часы начали измерять, но в этот момент лучше не двигаться. Но у меня так не получается, поэтому, так как видео по-быстренькому надо записать, и тонометр у меня вот так должен лежать. Тонометр у меня измерил. Значит, показания у меня здесь, видите, 123/80. Поэтому я ввожу 123 и здесь 80. Нажимаю «Готово». Принимаю. И теперь сразу же следующее измерение. Всего их будет 3. Опять он мне показывает, что мне надо быть расслабленным, поэтому я что делаю? Включаю тонометр для измерения и сижу с часиками себе, спокойненько жду. Тонометр измерил, ждем часы. Дальше у меня 127/79. 127/79. Нажимаю ОК, принимаю. И последний раз. Также просит включить тонометр, поэтому мы его включаем. Написано через 4 секунды, 2, 1. Началось. И на часах. Здесь измерил. Ждем часы. Все, и теперь вводим. Сейчас у меня 131/71. Вот такие вот разнобойки. 131/71. Готово принять. Все, смотрите. Значит, на официальной версии это делается каждые 3 месяца. Каждые 3 месяца. На модифицированной версии, по-моему, если не ошибаюсь, отключил, да, тот, кто это сделал, мод, он отключил функцию перекалибровки. Поэтому там это может быть и работать, как говорится, без конца. Но все-таки лучше, наверное, как и советуют, перекалибровать каждые 3 месяца хотя бы. И тогда, возможно, более-менее точные будут результаты вашего давление, ну и, соответственно, ЭКГ. ЭКГ, оно не калибруется, оно просто уже есть по умолчанию, берете и пользуетесь. Как здесь, видите, у меня все можно измерять без каких-либо проблем. Естественно, при измерении не надо разговаривать, не надо вот так руку на весу тоже держать, как бы ты все равно же не расслабленный. Руку лучше положить либо на стол, да, ну или как-то так, чтобы она лежала у вас. И было вам удобно, и вы были, так скажем, спокойненькие и ждали всего этого процесса нормально. Ну, как-то так. Надеюсь, что кому-то это поможет. Спасибо за ваше внимание. Ссылочки там, телеграм-канал.
Лайки, короче, комментарии приветствуются даже очень. Спасибо за внимание. Пока. До новых встреч.